Здорово, пацаны, вот уже лед на воде. Температура минусовая. Вон Славик ходил, ходил, вот кресло себе нашел. Славик, хорошее кресло. Было вообще вещь, знаешь, какая. Это, по-моему, как ваза какая-то. Да? Слушай, так это ваза, наверное, не кресло. Не, наверное, кресло, я думаю. Хотя хрен знает, что это. Не, ну я думаю, если сюда вот сделать, это прям жопой туда. Так, а может это сортир такой у кого? Ватный. Ватный сортир. Слайк, ты видишь, блядь? Да вижу. Бошки. Сосновые бошки. Сосновые бошки. Кайф. Новый кайф сосновые бошки. Может, утремся? Да, вещь вообще. Для бошки. Вставляет. Вообще ништяк, блядь. Вставляет, они. Такую-то башку. Оля, еще куст. Куст. Для кусты, вообще ништяк. Сосновые бошки. Вообще, я такой первый раз вижу. Я сам охерел. Я думаю, что это такое? Подошел к сосновой бошке. Ну-ка, Слайк, покажи, как утереться надо. А я не знаю, как. Вот так вот берешь, вот, Слайк. Помацать надо. Блядь, они колючие. Есть там что? Не, ну вот это сила, блядь, да, это сфоткаю. Может, это оборвем? Оборвем, посушим. Потом в бане. Будем дымить иголками. Сосновый кайф. Ну, бошки, конечно, сильные. Бошки вообще просто вещь. Охренительно. Ну, да. Все, пацаны, зима наступила. А, блин, все. Зима. Вот пошли опять в сад. У нас сад вот там вот на горе. Опять яблок натырили. Последние, наверное, зимние. И пришли сюда, посмотрим, здесь бошки. Здесь бошки. Как-то так, пацаны. Блин, это мутант какой-то, а не сосна. Ну, наверное, да, потому что я таких-то и не видел. Я первый раз такой. Офигеть. Да сосны-то вон они обычные, а это вообще, глянь. Наверное, мексиканский сорт какой-то. Мексиканский. Колумбийский. Нет, новогвинейский. Новогвинейские бошки. Как-то так. Так что все, пацаны. Ладно, это все шуточки на самом деле. Мы просто пришли эту сосенку подсмотреть на Новый год, чтобы ее срубить. С бошками. Да. Сосенка с бошками нужно отнести в садик и поставить детям. Как-то так. Вот подобрали себе две сосеночки. Выпишем документики, нам в садике выпишут, срубим мы, и детям будет праздник. Да, Слав? Да, конечно. Вот такие вот дела. Много будет. Все, Слав, передавай приветы. Да. Будем бошки трусить. Всем бошки, будем бошки трусить.